Так, что едем? А говорит, он на заряд? А, включи свет. Не буду, пока не надо. Едем смотреть. Оля, отогревается. Новый внедорожник Вити. Ёханый бабай, Витя жесткий. О, да, сюда. Да. Жесткий, блин, не, УАЗ, конечно, тебе нельзя. Ниву тебе нельзя, ты ее разорвешь где-то секунд за 40. Скажи? Да, да, сразу. Я думаю, что мы бы с Дарницы не выехали на ней. У вас просто крепкий попался какой-то. Так, сейчас мы едем. Свернули куда-то. Где-то мы на пути уже к серьезному внедорожнику. К третьему, к четвертому внедорожнику Вити. Отогрел ноги? Пальцами шевелю спокойно. Посмотри, если они не синие, то нормально все. Витя, Витя, забор, забор, он не отойдет, это не дерево. Так а что, меня Рубикон не разбил. Дерево не разбило, и забор. Да не, если забор этот на нас упадет, то все. Где-то в конце забора уже должна быть четвертый внедорожник Вити. Блин, места глухие, вообще нереально, Витя, мы... Не, через 20 минут будем в Киеве, Руслан. Да, да, да. Хоть бы доехать сегодня до 12 успеть. Слышь, заборы тут, горы, заборы. Какие-то места очень... Очень модные. Не, ну сказал, батарейка сделай, чтобы они, ну, задержи. Ты понял, Лёва поменяет? Что понял. А, это он держит, пока тот готовит машину, да, на показ? А мы сейчас приедем, и сейчас афуга она уже заведена. Да? Да, да, тормозит нас, видишь? Да, ну лянь, кто так едет? Мы раскололи, да, его? Раскололи. А вот заезд, открытые ворота. Все сюда. СТО, вот смотри. А тут техники. Да, да. Вот мы разгуляемся. А вот Нива, смотри, какая модная. Ну где она? Думаешь, это она? Это машина моей мечты. Так будешь забирать сегодня? Так посмотри, какой металл вообще крепкий. В оригинальной шпаклевке, я тебе говорю, бери. Что-то не хватает тут сидений только. А, вот сиденье чуть подношенное. Но это ВАЗ-2121. Знаешь песню «Мечтал я о короткой Ниве»? Нет. А ВАЗ-2121. Чуть поржи. Металл больше, чем у современной. И она, и кузова крепче. Так крепче за счет вот этой панели, понял, задней, вот эта жесткость. И сама кузова больше металла. Да не. Да, я тебе говорю. Что, попробуем воспламенить? Она такая? Попробуем воспламенить, я думаю, что все мое будет. Давай, попробуем. 500 вытягнутый, гаскрут смакнул. 500 вытягнутый. У нас стоит долго. Прикурить надо. Да. Так это ты себе сначала эту взял, да, Илюш? Да, я думал, але передумал. Та потом ту саму першу взял, розумієш? Поставив на себе. Немножко ржавенькая, да? Покажи. Подгоните, ну на ходу. Вот и Леня приехал. Леня, елки-палки. Смотри, тут все приехали, посмотри, что тут делается. Дальше ехать продолжать. Так тут я тебе скажу, дорога к тебе не хуже, чем сундуковский кордон. Можно просто вокруг дома у тебя ездить и все. Макс скачает. Есть мясо? Мясо есть у вас, туда накатывается. А что с мясом? Нету мяса? А где Виллис? Уехал? Елки. Чекай, может, надо было... Да не, он сегодня вообще... Вот возьми акуму или какой-то гаражачий со своей. Сколько денег? Тысячи долларов. Этот процесс. А, да все нормально. Так, вот серьезный пилот уже внутри. Еще один поступает. Охренеть, как заводится. УАЗ-2121.
пол тычка вообще, ты видел? Да. Фильтр мановский, смотри. Опять провод накинь. Еще провода. Давай. Подожди, да не, она же завелась полоборота. Заводи. Тут радиатор всегда лежит. Лежа радиатор лежит. БУ, конечно, ну. Цена приятная. Сверху ничего еще, более-менее. Бамперочек родной. Смотри, бамперочек родной сзади. Не, ну надо заниматься, ну. На эту цену нормально. На эту цену нормально или нет? Ну там пацаны ж скинут еще пару соток, я думаю, да? На дорогу. На дорогу скинут что-то еще. Витя, давай. Давай я тебя за ноги подержу, ты посмотришь там. Витя новую машину берет. Леня хочет перехватить. Витя, забирай быстро. Ну что там? Мне нравится. Я бы сейчас прям на ней поехал. Ну так едь. По заднему проводу она не выйдет. А, не выйдет. Не, ну аппарат нормальный. Аппарат нормальный. Ничего, аппарат, да? Такой более-менее. На эти деньги то, что надо. Тоже хочешь все такое? Нет. Макс не хочет тоже. Жека я. Что с мотором, Жека? Живой? Газов нет. Нету газов, да? Не, ну завелась ты, видел, вообще, тырка и все. Клапана надо, да. Идеально в плане все-таки нормальный инжектор есть нормальный инжектор. 605-й. Механические инжекторы, они копьёном становятся. Не, это машина, конечно. Блин, ракета. Это 24-й, как работают, да? У всех обломано это. Та ты шо? Пойдет. Вентилятор. А вискомух-то? Просто автомат. Была механика. Турбинку сам примудрувал. Правда, кулер тут нема, де пхати, бо в планах кондиціонер, щоб літом працював. Тому я її так обдурив. Ну, хватає. Я понял, ти собі її ділиш. У мене, я взагалі сам рисував. У мене два таких було. Один я недавно що продав, 2,2 бензин. А це я вже лишив суту для себе. Ага. Є до нього бампера, є кожені волчка сідушки з водогрівами, є чорний салон, все є. Просто весною вона на покраску. І тоді це все тут покурюється. Вона вся поварена повністю. Вся. Так тоді треба і красну Ніву тебе збрасувати. Що тобі вже? Я її тільки взяв. У тебе Мерседес, не треба тобі Ніва взагалі. Продай лучше. Я ще не зароблю поки що, а на Ніві мені якраз пішов булочки купив і запчасті зразу. Зараз я от вспомните мої слова. Зараз тренд пойде на Ніви, відповідаю. Вот сегодня? Я, сегодня? Вообще, вот за последнее время. Вот все сейчас будут на Нивах ездить. Серьезно. Короче, видео с Нивами мне больше не выкладывать, потому что Нивы закончатся скоро. Да, и цена. И цена подскочит, да. И оно мне зашло. Я же у вас что же дном. Вот двери открываются на кочках. Так-то, километры до покатухи ехать, ты в нем просто терпнешь. Блядь, уже кататься не хочешь, да. А на Ниве нормально, да? 120-130. Я себе поставил промвал шару, ну, шарнировый. На шрусах? Да, тільки промвал, все, кардани я лишив рідні від себе. А промвал поставив на шрусах? Промвал,
поставил подрамник с тебя и желтую, и снял нахер, поставил назад на желтую. Потому что с ним хуже. С ним хуже. Хуже раз. Вибрация. Да. Уже, типа, ну, на самом деле, я могу из личного опыта сказать. У меня же на шее Ниве не стояло подрамника. Да. Все штатно было. И штатные стояли карданы, шлюсовые карданы. Так само вообще, то есть, вот ты, что на полном, что на заднем, как будто ты не чувствуешь никаких вибраций. Вот ты пороги хоть и зняти. А сегодня я порогами тру. Воно мені вже йде мінусом. Там труба зліва, зато гарно ззаді балон газовий, до сраки. Ту трубу знесу зразу. Задню можна крестовину. Так, що там у рулю неплохо заводиться. Зарядочка. Що тут за акум? Ще пам'ятає Льоня. Ну, посмотри, скільки ще. Льоня, коли Льоня в школу ходив, ще акумулятор. Не знаю, це 18-й год, між прочим. Та який 18-й? Да. Скільки ще? Не 12,70, ну, заряжений. Нормально. А ну, просадку, крутани просадку, посмотрим. Вот ты мне проверишь сильно, але. Не, ну все равно так что-то видно. Стартер. На себя берет, да? Просадка нормально, стартер. Сейчас измеряю топливо в баке. Уровень топлива, смотрите, это... Два маньяка просто жестких. О, нашел веточка. Есть. Сколько это, много или нет? Я думал, вот это литров 10. Бак же плоский, там нормально, значит. Ох, как красиво, слышишь? Тут светло, понял? Видно все в салоне. И на улице. Ну что, мы уже подвыдохлись. Подвыдохлись? Подвыдохлись, пацаны. Пацаны уже... Нет, тут просто, слышите, тут просто дорога неподходящая к нам, и все. Да, она нас выматывает. Она выматывает. Правда. Это согласен. Блин, я охрип, слышишь, блин, вообще жесть просто. Если бы сейчас вот так ехали, мне было веселее. Да. Опа, пробивает. Да? Что, током ударило? Отвечаешь. Там что-то с переключателем или где-то он на массу может там? Где-то он, да. Только что у меня... Ну что, все, мы на финишной прямой, Южный мост перед нами. Откуда стартанули, туда вернулись, круг дали. Ушли по Обуховской, по Обуховскому направлению, вернулись через Одесское. Катнули нормально. Ты понял, это... У вас, конечно, стоковый, это, блин... Пилот... Пилот жесткий. Если ехать через, начиная от Харькова и до Львова, понял, нету второй дороги по низу. Точнее, она есть, но она отсутствует физически. И все ломятся, все, весь поток ломится через эту дорогу, южный пол. В общем, всем пока, друзья, подписывайтесь. Катнули четко. Не, они делают большую большую. Стоковый УАЗ, как обычно, это, когда он живой и четкий, с хорошим мотором. Уже Южный мост, а вот и Обуховская трасса, по которой мы. Смотри, вот туда мы ехали утром, понял? Вот эта трасса, по которой мы ехали. Вот эта развязочка, и мы туда уехали, отсюда приехали. Всем пока. Витя, скажи пока. Пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кидайте донат, я буду для вас машину разрывать. Витя, ёханый бабай. Это жесть. Не занесло. Это жесть. Хорошо, хоть мы устояли, блин. На колесах. На колесах. Сорвать ее в занос. Витя. Вот она, танковая была справа. Мы уже на улице. На улице Бориспольской. Мы здесь уже. Тут мой УАЗ недалеко. Слезы на глазах. От того, что этот день заканчивается. День заканчивается. А так не хотелось бы. Неожиданно так же, как и начался. Да, я тебе, видишь, не зря позвонил. Да, а я еще еду, думаю, с кем я поеду. Там с кем-то поеду, думаю. Какая разница? Какая разница? Да. Ты поехал с проверенным человеком. С проверенным, да. Так, сейчас будет экшен, блин. Блин, главное в ворота зайти. Ha ha ha!
Витя, тут вагоны, металлобаза, Витя, остановись. Свет включи, свет не экономь. Включи свет. А ну, вот сейчас включи. Свет, свет. Мне ж не видно ничего. Ёпшеный бабай. Осторожно, тут сцепление у тебя какая-то... Тебе кто-то Nokian поставил, видно, на светофоре. Ты видишь, не пробуксовывает вообще. Подожди, осторожно. Осторожно, тут же бетономешалка, она нас раздавит. Ёханый бабай. Свет, делай свет. Это новая дорога, как вот этот вагон, я узнал его. Зеленый, видел? Ёлки-палки, как начинали, так и заканчиваем. Делай свет. Ё-моё, что ж происходит? Осторожно, береги машину, как он ее чувствует. Там гвозди могли быть в дровах. Согласен. Осторожно, как чувствует? Контейнера! Согласен. Только что я побоялся. Да? Никогда не бойся. Очкнул? Свет включи. Никогда не бойся. Там с центральным переключателем надо новый купить, видите? И печка сломалась. Это центральный переключатель умер. Фух, блин. Все, это, печку починил. Это жесть. Все, наступай. Сейчас. И свет загорелся. Среди своих машин нужно. Осторожно. Ёханы, сейчас можем лечь на бок. Ну да, было. Можем ладно, лечь. Только не с Захаром. Или наоборот, только со мной. Осторожно, там BMW, здесь не дрифти. Витя, здесь BMW стоит. Витя. А где BMW? А, она спрятана. Да, ну я сейчас ее догоню жопой, подожди. Не надо. Так что не надо. Стой. Жесть. Приехали. Финиш.